Всем привет! Сегодня мы приехали в Дынью. Это такая деревня, находится от нас не очень далеко, но время занимает, чтобы сюда приехать. Наверное, минут 20 ехали. Наверное, больше. Больше, наверное. Ну, да, где-то. Может, 25, может, 30. Сегодня здесь намечается страйк. Спросила мужа, что за страйк. Он говорит, что собираются открывать пропускной пункт в Турцию, в Дринье. И люди, кто за, кто против, разделились. Вот тут люди с флагами что-то. А, мужчины и молодежь в основном. И мы такие. Can we go closer? Да, подойдем сейчас поближе и посмотрим, что там происходит. Я вижу, там уже с камерой журналисты, и только что мы тоже одного знакомого журналиста видели. А именно здесь хотят делать? Ну, получается, да, там, вот, по-моему, видно уже пропускные пункты. Сейчас я подняла, может, будет видно. Карта Кипра. Где? На ком-то. Пошли, пошли еще поближе. Да, только делать надо вот тут. Люди с факелами и с флагом Греции. Йога это бизнесмен. Один там достаточно. Это еще сам. Сказал, что мне тебе чуть сама. Кушу. Хир? Говорит, что здесь за 200 метров в турке кого-то застрелили. Недавно? Не знаю. When it happens? When it happens? I show you the video that she was trying to remove the flag of Turkish people. I can show you the video. It was here? Yes. In Rimia? Yes. Один какой-то мужчина, фанатично настроенный, решил опустить турецкий флаг. И он поднялся, начал опускать, и тут его застрелили. Да. Это было в этой деревне. Он не рассказывал, я точно не помню, может быть, полгода, может быть, год назад. Да, ну так, относительно. Это кипарисы. Два кипарисика. Это... А какие твои любимые? Которые вьются? Нет, это не те. Какие-то еще, по-моему, они не бьются. Это мы с мамой в деревне тут гуляем. Деревня называется Дринья. Решили поснимать домики. Тут увидели красивые. Да, мы тут проездом и вышли погулять. Она сдается в аренду. Да, смотри, как сделано. Видишь, вот этот старинный замок домик сделан. Подъезд такой вот. Вот. Ну да, видимо, там вход, а там, наверное, на квартиры распределяется. Нет курорта. По-моему, близко. Близко. Не помню по карте, но, по-моему, близко. Где есть море, где нет. Вроде едешь, едешь далеко, но тут море рядом. Ну, знать надо. Да, там большие дома, там квартирные, наверное, да? Вон внутри. Да. Здесь прям видишь первая линия, они прям все какие-то магазины. Что за магазинчик? Штурки за. Лайко базараки. Ух ты, там второй пошли. Нет, он, наверное, не совсем закрыт, просто он сейчас не работает. Нет, ну, уже сейчас поздно. Закрыт. Ну, сейчас да. Crazy Chicken. Тейковые. Да, они готовят сумасшедших курей. Прикольное название. Crazy Chicken. Наверное, у них доставка есть, видишь, курьер. Вот и такой старенький домик с жасминчиком. Ну, какой старенький-старенький, жалко. Наверное, старенькие люди тут живут. Это вот оттуда мы идем сейчас. Пойдем, зайдем в супермаркет. Купили чесночок в этом супермаркете только что.
будем бороться с вампирами. Есть у нас один. Нет, помнишь, как бабушка про осиновый крест в церкви? Сказанула. Купила осиновый крест, пошла в церковь его осветить. Сказанула, что это для борьбы с вампирами. На нее там наехали. Да. Ой. Ой, смотри. Цветы. А я туда шли и не обратила внимания, что они такие красивые. Красивые. Смотри, какие необычные. Пахнут? Смотри, у них даже цвет разный на лепестках. Я такого еще не видела. Да, я тоже не видела. Класс. Какой красивый. Ну, они какие-то непонятно. Пальма, не пальма, что-то. Ломалась палочка. Осторожненько, жалко. Ну да, похоже на... Ой, смотри, а в носу щекочет, понюхала. Листики как с пальмы. Ой, щекочет в носу. Там бутоны, вдохнула. Да. Вдохнула. Понюхала, вдохнула, думала, пахнет. И в носу щекочет. Ой, какие красивые. А, это в том доме, в котором вот эти красивые. Да. Так, вернулись мы к заправке. Лукойл. Здесь тоже есть Лукойл. Ну, не знаю, как он размножается. В этом мини-маркете смотрят только все, что для машины, да? Наверное, да. Ну, жвачка там в супермаркете были, там много жвачек разных. Это что, это митинг? Это уже там митинг, да. Представляешь? Ну, близко не О, буду. Смотри, а что это такое тут? А, это они, наверное, делают парапетик. Ну, стеночку видят. Где цветочки снимешь? Да, это твои любимые, да? А, это мои любимые. Да, твои любимые. Вьющиеся. Белые и красные. Да, да, да. Это такой домик с закругленными комнатками. Интересно, как а это цветы, которые пахнут. Которые пахнут. Интересно, они только желтые? Не знаю, не могу сказать. Здесь только желтые цвета. Полиция поехала. Близко подходить к митингу не будем. Что-то... Не будем. А он хотел еще в Айанапу с нами поехать. Какая Айанапа? Это такой домик простенький. Интересно тоже. Ну вот интересно, он так устроен очень просто. Двери такие интересные. Там как будто бы, знаешь, эти двери выглядят как сейф. Как сейф в банке. Тут палисадничек с розочками, с цветами. Покраска, да, покраска машин. А тут главная злая собака. Где же собака? А, злая собака, да. Какие-то зигзагообразные листья, интересно. Да, суккулент какой-то, никогда такой не видела раньше. Как интересно. И висит на пальмочке. О, это за нами, мам. Да, это уже за нами. Это мы сейчас в деревне Паралимне. Заехали в ресторанчик. Ну да, это деревня. Здесь города только областные центры считаются. Афин, я буду в Чанску и Петербург. Афин, нет, но центральная улица, барышня, смотрит с балкона. Да? Ну правильно, молодец. Если есть возможность, я бы тоже сидела. И вон магазин внизу, кто заходит. Всех видно. Это кафешка, а следующий это ресторанчик. Кафе похоже на то, которое мы ходили пить круассаны. На круассантерии, которая в Дебели? Ну, да, да-да. Это что-то еще. Что там? А, кальяны? Нет, нам туда не надо. А вот фиш-чипс. Вот, да, фиш-чипс. Фиш-н-чип. Я тебе им кайзи соиску не кайки. Я картошки хочу. Нет, подавно их из тейковые лицо. И сувлаки тут есть. Взял у сувлаки? Он какой-то специальный предложение. Да. I will bring my card. I think this is shop there. Окей. Okay. Он машину привезет, говорит, чтобы мы заходили, садились. Меню сейчас посмотрим. А, интересно, мезе тут есть? Я думаю, вряд ли мы сейчас будем мезе какое заказывать. Ну что, тогда хорошо было на проезде. Ну тогда да. Не, просто я сомневаюсь, что тут мезе есть, надо посмотреть надо. А это всякие сувлаки, свинина разная. Ого. Смотри, для
Ты что, для одного человека, что ли, говорит? Для одного вот эта вся порция. Это во вкладке в этой, да. Ну, я смотрю, там вот барышня сидит, слушай, это не очень большая. Ого, это 16 евро, это рыбная, сифуд. Наверное, не мизе, а сразу тебе приносят, как мизе. Хочу сказать, такая все порция виды. На двоих. Принесли тарелочки уже. Заказали мы две рыбы гриль и одно большое рыбное блюдо. Будем пробовать. А вот нам принесли хлебушек и вот такие закусочки. Это, наверное, как обычно, йогурт, тахини и задзики. Ну, это что за помадки? Looks like йогурт. Тахини? And this is what is this? Not тахини? Тарама. Тарама? What why is so no, white? Maybe it's this hummus. А, говорит, что это вот это тахини, это гумус, а это дзадзики. Хлебушек теплый. Да, хлебушек теплый. Я еду, я уже хочу. А я люблю без еды хлеб. И я хочу. Я съем самый маленький, чур мой маленький. Все, беру. Он такой тепленький, класс. Можно я возьму самый большой? Бери самый большой. Вот так внутри выглядит прикольно. И пахнет очень вкусно. Смотрите, какое огромное блюдо принесли. Это прям практически как мизе, только все сразу. Такое огромное блюдо. Там и креветочки, и кальмарчики, картошка жареная, рыбка в кляре, овощи. А, там, по-моему, рис даже. Там рис, овощи тоже жареные разные. И, как это назвать, шашлык из овощей, да? И вот это моя порция, так выглядит, запеченная. Картошечка и рыбка на гриле, и овощи. Все, всем приятного аппетита. Да, у мамы, кстати, картошка фри и рыбка тоже на гриле, как у меня. Рыбка. Окей, кунели. Из нас кунели, ре, из шримс. Креветка ко мне одна приплыла в мою тарелочку. She doesn't like it. Бля. Вот кальмар, мы давай возьмем. Кальмари, we will take one, we share it with my mother, one, okay? Ну да, наверное. Да, подхожу к аквариуму. Смотрите, какой аквариум прикольный, где? Рубины. А, я издалека видела, да, только не поняла, что это за, декор такой, да, видишь? А, дерево. Это что такое? Подсвечник. Да. Это что, baby? Маленькая черепашка. Это сейчас не вылезает, это даже не знаю. Машины такие, смотри, старинные. Нет. Ну, типа. А тут якорь, видела? Где? А. Лодочка мне давно нравится очень. Так, по пути в туалет тут много разных прикольных штучек. Здесь вот такое зеркальце. Смотрите, тут даже. Вот. Даже меня видно. Всем привет. Декор есть такой у них морской. Да. Это что это? А, это еще. А, нет, это чайка. Ну, да, чайка. Пожалуй, клюв, как у чайки, только сломанный. Корабль. А корабль прикольненький. Я помню штуковку, которую подняли, которая стоит. Это в кирене. Туалет с приколами. Да что-то я заметила. А, это каблуки, я пришла. Да, каблуки, я что-то сказала. Да, мне нравится вот эта вазочка, которая отделана газетой. У них тут много газетный стиль сделано. О, гляди, а сейчас она, видишь, пытается вылезти, эта черепашка. Смотри, 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 такая поднялась. А? А, да. Прикольно. Сейчас нас увидела, замерла. Любопытная Варварка. Варварка любопытная. Какая зайчик. Сама хочет, я не сама. Интересно, она не покусает? А ее, наверное, кормят, она знает. Ее, наверное, кормят, да, и она знает. Вот. Вообще прикольно. Да, какая симпатичная. Ой, гляди, какой тут этот калаш, или как сказать, как это называется, секретик. Ага. Помнишь, такие секретики мы играли вот в детстве? Ага. Это тоже на секретик похоже, класс. Прикольно. Ой, смотри, вот тоже какая-то экибана. Потому что у них еще какие-то еще. А, это тоже. А это просто якорь с пробками. Mm. Якорь с пробок. А мне вот этот мобиль не нравится. Mm-hmm. Такой, да. Что это к нам заказать?
Вот здесь. Ну что это такое? Кейк. Вау. Вау, пока нас не было, нам принесли кейк. Это какой-то десерт, наверное, или пудинг там что-то. Крем, может, какой-то, да? Клубничный джем. Вкус как у мороженого. Но мне кажется, что это все-таки сливки с желатином. Потому что мороженого. Такое слегка застывшее, как желе. Хорошая кашка для малой чашки. Нам еще дали вот такие влажные салфеточки в виде рыбки с названием ресторана.